Воспитанницы Ивановского детского дома «Звездный» победили на международном конкурсе «Золотая легенда». Их театр моды «Кокетки» смог удивить жюри и обойти почти 400 участников со всех уголков страны. Там были такие вот студии различные, которые действительно привезли достойные тоже коллекции. Но наша коллекция и вообще наша работа, я считаю, что мы заняли достойные тоже лауреаты первой степени. Это высшая награда для всех и в том числе для нас тоже. Путь к успеху начинался в 2008 году с маленькой швейной мастерской. Шили из лоскутков на старых машинках. И вот за несколько лет небольшая мастерская превратилась в театр. Девочки здесь и костюмеры, и режиссеры-постановщики, и модели. Эту коллекцию старшеклассницы создавали почти год. Вдохновились идеей осовременить старинный стиль. Сначала нарисовали, а потом шили пышное платье с вышивкой и оборками. Особый акцент на головные уборы. Они сделаны из маленьких лоскутков и расшиты шнурами. Все украшения тоже сделаны вручную. Мы сначала долго думали, какую можно сделать коллекцию, очень долго выбирали, но потом решили сделать такую как бы цветную, яркую коллекцию. Вот, что были все платья. Идея была вообще руссконародная, то есть одежда, то, что было раньше. То есть немного было только, ну, конечно, немного переделано, то есть красочное более какие-то пышные было. У нас ну, как-то такая идея зародилась, показать народу то, что было раньше. Девочки уверенно чувствуют себя не только на сценах и подиумах, но и за раскроенным столом и швейными машинками. На создание одного костюма может уйти несколько дней, а то и недель. Важно доработать каждую деталь, любую мелочь. Победа вдохновила мастериц на новые творческие идеи. Сейчас мы готовим новую коллекцию, у нас уже почти готова первая модель. Там будут преобладать длинные юбки, длинные рукава, как это было в старину. Вот, все из руссконародного орнамента. Ну вот, я готовила сейчас верх костюма. По секрету кокетки признаются, в будущем они настроены поразить своим творчеством мэтра российской моды Вячеслава Зайцева. Им очень хочется, чтобы легендарный земляк заметил кокетливых мастериц. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.